Knockout. Уважаемые зрители, спасибо вам за поддержку спортсменов. Но все в рамках никаких нарушений не должно быть. Все на свои места, пожалуйста. Присядьте. Охрана, которая ведет себя очень лояльно по отношению к вам, обеспечивает порядок. Они не просто здесь находятся, а выполняет простые требования правил постборьбе, правил соревнований. На спортивной арене не должно никого быть, кроме участников и секундантов, и судей. Поэтому, пожалуйста, с пониманием относитесь к этим требованиям. Тем более, что никаких существенных ошибок наши судьи не допускают. Это единое мнение всех представителей команд. Судейство очень хорошее на этих соревнованиях. И все эти предубеждения оставляйте в прошлом. Сейчас судьям также повышаются требования. На ковре «С» победу одержал Тамерлан Расул, Чеченская Республика. Видите, что творится? Из самых неудобных положений выполняются приемы. Спортсмены выкладываются без остатка. Мы все ожидали, что в Ингушетии на чемпионате будет очень интересная борьба, напряженная. Но, честно говоря, вот таких поединков, которые мы за эти три дня видели, неожиданности, никто не предполагал. Большинство участников великолепно готовы и функционально, и технически, и тактически. Прекрасная борьба. Естественно, начался новый олимпийский цикл. И каждый из участников мечтает попасть в состав сборной команды России и начать готовиться к новым олимпийским играм, которые, как вы знаете, будут проходить в столице Японии, Токио. А тем временем на ковре «С» начались схватки 1/4 финала в весовой категории до 97 килограммов. В красном трико выступает Расул Магомедов, Республика Дагестан. В синем трико Георгий Гагаев, Республика Северная Осетия, Алания, параллельный зачет, Московская область. Приглашается Радик Ваев Алан Зазеев. Ну вот и
еще очередная сенсация. Не секрет, что бугейцы в этой весовой категории являлся одним из главных фаворитов весовой категории 74 килограмма. Ну, все видели, какой поединок напряженнейший, сколько баллов было, по-моему. Это не какая-то просто тактическая игра была, а действительно буровой, как раньше говорили, поединок. На ковре боится 1/4 финала. На ковре. А пока 1/8 последняя пара. Ну, 1/4 это еще. Ничего, как говорится. 8 человек. 1/8 немножко отстаем от графика. Хотя это последняя пара, впрочем. Yeah.
На ковре А победу одержала Рустам Гаймазов, Республика Дагестан. На ковре А начинается отметка финала. И приглашает Алан Гугаев, компетентийский автономный округ.